Расширяют пространство, штукатурят и модернизируют. Гастроэнтерологическое отделение, располагающееся на 6-м и 7-м этажах терапевтического корпуса Ульяновской областной больницы, капитально ремонтируют. Стены отделения не видели внушительного ремонта последние 30 лет. В масштабах нацпроекта здравоохранения удалось решить данную проблему. В Ульяновской области уделяют значительное внимание комфорту получения высокотехнологичной медицинской помощи. На одном из этажей уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. Отделение любимое, светлое, очень ухоженное. Но все стареет и надо менять. Поэтому мы, конечно, рады, что ремонт начался. Нам осталось пережить только самое неприятное. Это смена пола. Это самое неприятное, потому что это всегда громко, это много пыли. Остальное все у нас останется в прежнем объеме, за исключением некоторых, так сказать, реконструктивных, разумных перестроек. Ежегодно в отделении гастроэнтерологии лечатся и оздоравливаются порядка 1000 жителей региона. Учитывая узкую специфику отделения, здесь оказывают медицинскую помощь людям с различными патологиями желудочно-кишечного тракта. Для того, чтобы не самые приятные медицинские манипуляции проходили в более комфортных условиях, модернизируют здравницу. Гепатиты, жировые дистрофии печени, так называемое ожирение, циррозы печени разной степени тяжести, заболевания поджелудочной железы все, и хронические панкреатиты, и кисты, и аутоиммунные панкреатиты. Заболевания кишечника тоже все, какие есть. Это воспалительные заболевания кишечника, такие сложные, тяжелые, такие как болезнь Крона, язвенный колит. Закончить ремонт одного из этажей отделения планируют уже к Новому году. Кроме отделки палат и медицинских помещений, будут заменены системы холодного и горячего водоснабжения и отопления. Общая площадь фронта ремонтных работ составляет 1500 квадратных метров. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 42 миллионов рублей. Антон Никонов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.